Я вас всех приветствую на своем канале, дорогие мои друзья, мои подписчики, все, кто решил ко мне заглянуть, посмотреть. Я, наконец, закончила свой серый кардиган. Мой долгожданная моя работа. Работа была по заказу, я его несколько раз перевязывала, поэтому кардигану есть два видео о том, как я начинала вязать с самого начала, потом о том, что я полностью перевязала от начала до конца. И вот это вот третье заключительное видео о том, что я его все-таки закончила. Ну, куда деваться. Итак, это кардиган вязан из пряжи Ализе Лана Голд 800. В 100 граммах 800 метров. У меня было использовано два цвета. Вот такой вот темно-серый и светло-серый. То есть две нити темного, одна нить светлая. На этот кардиган ушло 400 грамм. То есть три мотка полных и вот три мотка еще по половинке, да, там осталось. Ну, я вот взвешивала, вот у меня тут, надеюсь, что верить, вот весы стоят, и только что взвешивала, 400 грамм, и еще вот такой маленький кусочек у меня остался. Вот, так что для кардигана при обхвате груди 101 сантиметр, это примерно 48-50 размер, я так думаю, потому что у меня нету клиента под рукой, как говорится, я его сама не замеряла, мерки не делала, а мне просто прислали мерки и сказали, что вот так надо связать, и прислали картинку. Пряжу подбирала сама, и мерки, которые мне дали, я старалась по этим меркам вписаться. Так вот, на чем я? Значит, при размере обхвата груди 101 сантиметр и длины изделия от горловины до низа 66, рукава тоже 66, то есть, ну, тоже вот так вот от горлышка до самого конца тоже 66 сантиметров примерно, спицы 4,5 от дропс, ну и все. Простая лицевая гладь. Здесь просто планочка 1 на 1. Нету застежки, но так на фотографии были. Да? Набор 94 петли на горловину. Горловина спускается по плечикам, то есть это не стоечка, это опущенная горловина. 94 петли, ну, если кому-то интересно, да, кто-то... Ну, на глаз вяжу, да, вот 94 петли я набирала. Значит, в 3 нити, Лана Голд 800, в 3 нити, спицы 4,5. Пожалуйста, запоминайте, а то потом начинают писать и спрашивать, а сколько, а чё, а почём. Я на такие комментарии потом могу просто не ответить, потому что все в ролике сказано. Реглан у меня здесь ажурный. Как вязать такой реглан, я показывала в предыдущем ролики про этот кардиган. Есть еще и отдельное видео, как вяжется такой реглан. То есть здесь не выделялись петли регланные, а сразу распределялась полочка, рукава и спинка. Вешался маркер, и от этого маркера шли прибавки. Вот таким образом. На рукаве точно так же связала рисунок ажурный, который сама подобрала в интернете. Что еще? На рукаве шли убавки. Вот они, убавочки. Ну, вот они, убавки. Сейчас даже не вижу, где они. Вот они, эти убавки. Вот убавка. Здесь шло у меня 8 убавок. Как себе облегчала работу по убавкам, да. Вот видите, у меня узор идут рельефная дорожка такая кривая, да, вот две вместе петли накид, то есть идет с наклоном сначала, допустим, вправо или это влево, а потом 4 ряда, да, то есть в одном ряду идут две вместе лицевая. В следующем круговом ряду просто провязываются все накиды. И потом опять в третьем ряду опять идут два вместе с наклоном влево. И потом вот так вот идет, да, по кругу это можно вязать. Получается в общей сложности провязано 8 рядов. Если здесь 4
раза по два вместе, то вместе с как бы с изнаночными рядами круговыми, да, получается 8 рядов. Так вот, 8 рядов убавка. Дальше, следующие 8 рядов с наклоном, допустим, вправо, убавка. Опять 8 рядов с наклона влево, убавка. Так мне было легче ориентироваться. То есть не вешать маркер, не записывать ряды. А вот я знаю, что, допустим, вот здесь вот у меня идет переход дорожки в левую сторону, значит, мне надо сделать убавку. Начинается переход дорожки в правую сторону, мне надо сделать убавку. Сколько сделал убавок на одном рукаве, потом точно так же сделала и убавки на другом рукаве. В итоге у меня в конце здесь осталось 44 петли на манжете. Здесь я тоже делала убавки. Вот в области манжета, перед тем, как переходить резинку один на один, я тоже делала несколько убавок. У меня здесь получалось, осталось 60, 60 с чем-то петель оставалось. 64, что ли, петли, или 67, честно, не помню. Вот. Что-то вот так вот. Но в итоге у меня должно быть на манжете 44 петли. Это я хорошо помню, потому что мне надо было запомнить для того, чтобы убавлять количество петель. Сначала на одном рукаве я убавила 44 петли осталось. Я хорошо запомнила, потому что на втором манжете мне тоже надо было закрыть количество петель, чтобы было точно так же 44 петли. Вот. А так полотно прямое, без всяких остальных наворотов. Вязать этой пряжей приятно. Мы уже Lana Gold 800 вязали, знаем эту пряжу. Она ведет себя очень хорошо. Она лишний раз не вытягивается, не растягивается. Вот постирала, оно прям такое легкое, отличное. Вот 400 грамм пряжи на кардиган, на теплую кофту. Можно было бы, конечно, там и с пуговицами сделать, или там вставить, может быть, замок потом ставит хозяйка этого кардигана. Может быть, просто так оставит. Ну, в смысле, замок ставить здесь можно. Если здесь по внутренней стороне, по этим петлям поднять еще петельки, провязать какую-то планочку и потом туда вставить замочек. Но это уже дело хозяйское. Размеры какие-нибудь сказать. Ну вот до горловины, допустим, от конца до начала горловины 66 сантиметров, да? Этот у меня кардиган шел на заказ. Ну, как на заказ попросили связать. Здесь рукава тоже 66, но если отсюда вот замерять, то 53. Ну, вот от плеча 53. Ну, или даже внутренняя сторона, пройма. Ну, вот, дорогие мои, я справилась со своей работой. С удовольствием бы связала себе и себе бы такой кардиган. Не знаю, может быть, может быть, может быть. Все может быть в нашей жизни. Ну что ж, дорогие мои, вот я вас познакомила со своей работой очередной. И надеюсь, что вам тоже это понравилось. И вы, приобретя пряжу Lana Gold 800, тоже свяжете себе что-нибудь подобное. Вам спасибо за внимание. Всего вам доброго. Вяжите с удовольствием. А я с вами прощаюсь и до следующих встреч. Всем пока-пока. С вами была я, Вера, и мой канал о вязании.